Привет, мы с вами сегодня снова летим отжигать врагу оружие. Машина у нас сегодня будет с тремя деструкторами, собранная на базе кабины «Мертвец». Маховик для перезарядки у нас тут есть. Зеница, чтобы лучше видеть вражеское оружие и лучше понимать, куда мы там стреляем. Потому что с зеницей, например, с этими лазерами, смотри, сразу увеличение прям вообще кайфовое, мне кажется. И раз, одна пушка искрит, две, по-моему, пушки искрят, неплохо. Ховеры красные, в этот раз у меня на машине установлены. Оп, одна пушка, вторая пушка, третья пушка минус. Вот так вот. Ха! Это при условии, что Герц даже еще не успел отработать. Ну а Герц у нас сегодня, понятное дело, в главной роли. И 8 из 8 у него перк уже набран. Жарим в кабину. 881, кабина нагрета. Второй залп. 993. Кажется, неплохо, да? Опять же, ну, в гараже, по крайней мере, по цифрам. Поехали в рандом, посмотрим, как пойдет. Сижу, писец в печали. Два боя сейчас было и не записал ни один. Блин, причем бои-то такие сочные, насыщенные. В этом вообще двоих обезоружил, третьего выпилил, но потом приехал бот. Сандра, это Сандра, и миниганами меня спилило вот то, что от меня осталось. Да елки, иголки. Бывает и так. И первый бой у нас закончился, ну, первый бой для видоса, теперь получается, с результатом 820 очков. Просто отвлекся, сходил, сказал соседу все то, что о нем думаю, на тему этого, на тему курения в окна. Отвлекся на это и забыл нажать кнопку записи. Ну ладно, сейчас еще повоюем. Здравствуй, дрон, до свидания, дрон. Следующий. Ой. Алиса, ты... Ладно, вперед, раз тебе так надо. Ни хрена тут чего приехало-то? Это вообще как? Куда? Ладно, до свидания. Уничтожение X2. Слышь, этого то ли дрона посчитали за полноценного игрока, то ли этого полноценного игрока посчитали за дрона. Тем временем 397 в гнездо с оружием ему выпилил. Так, давай-ка лучше вот сюда. Чё у тебя? Погоди, стой, вот так назад отойду, хорошо. Блин, даже... Ай-яй-яй-яй-яй. Так, отходим. Там еще получается, с той стороны. Оп. Погоди, не полное, что ли, попадание было? Вот это странный прям поворотец. Вот это прям, да? 112, хорошо. Да не вертись ты, ну! Так, отлично, у него пушки искрят. У него сейчас на самом деле все искрит. Жопа, скорее всего, тоже. Да, готово. Так, что здесь? Здесь какая-то голая кабинка, которая осталась только да есть. Прекрасно. Дроны. Дроны минус. Замечательно. А враги тем временем крутят базу. Дайте-ка я пролезу вперед, чтобы успеть стопнуть захват. Хотя, я думаю, мы тут все успеем. Как раз он набрали герца, и тут у нас кусочек перца с дронами. Тихо. Ты мелкая, ты хрень, ты, блин. Блин, вот эти дроны вообще просто самые гадкие, самые мерзкие, самые вообще... Живем. Где ты? Дрономамзель. В сторону, походу, туда ушла. Где там? Ты, что ли, с самонаводяшками? Ща я к тебе приеду. Я к тебе сейчас приеду, короче, сейчас вот к тебе и сейчас вот-вот. На нахрен! Кабину прям выжиг ему, просто кому-то голову оторвал. Так, а вон та дрономамка. Да-да-да-да-да, давай. Просто убил дрона, пока пытался убить ее. Ее дрон погиб на ее же глазах. Жестоко, но так будет с каждой дрономамкой. И осталась последняя где-то там. Тоже дрономамзель, да? Бегает, рожает. Хорошо. А, вон ты где. Все, дальше уже не проскочит. 309, хорошо сейчас так-то плюхнуло, а? Причем это уже две оставшиеся пушки, два оставшихся деструктора. Плюхнуло за счет перка. 1046. Так, тут какой-то у нас скелотрясик направо ушел. Слева стоит мандрагора. Мандрагора хрен с ней, а вот скелотряса поймать надо. Вот ты где. Я сейчас без прицела, конечно, это было напрасно. Ну-ка, успею. Блин, меня там дрон мандрагорский жарит, да? Смотри, ураган скелотрясу я отбил, а мандра, походу, дела... Да, надо от нее избавляться, иначе... Она жизни не даст! Надо тут от всех избавляться, походу. Так. Оп. Просто как красиво и синхронно у него все три пушки. Ну, вот и все. 463, а мандрагора, смотри, на меня мордой стоит. Видимо, по мне залп и пришелся бы, если бы мы ею сейчас не занялись. Хорошо. Хорошо. Так, 300 очков, 400 очков, окей. 500 очков. Да покажи ты мне уже сразу финальный результат.
А здесь пачка красных забрала наших... Ой-ой-ой. Оп. Блин. Пришлось, конечно, пожертвовать началом работы Герца. Сейчас-сейчас. Успею. Давай. Ай, дрон мне в задний бампер, блин. Так, 30, отходим. Хуэр еще при мне. Опа, погоди. Назад. Выпилили? Нет, одна пушка у него на месте, еще один толстяк. Так, справа еще, справа нормально. О, пипец, интенсив. Два дюбока сразу отлетело, минус красота. Так. А, нет, ни хрена один показалось. В полубое показалось. Ладно. Давай уже загасим эту хрень. До следующей отработки Герца у меня не скоро, так что можно не торопиться. Чтобы Герц по новой отработал, надо теперь много накатать. А много не получится, у нас тут такой докфайт. Угу, выбили из инвиза, так осталось два, один тут. С дамками еще. Ой, что, застрял? Ну, здесь ты и остановишься, прекрасно. Там дрон тоже застрявший. Карта застревунчиков. Минус еще дрон. А есть еще? За них, правда, кормят там всего по десятке, но... Еще один минус. Красота. Дрон-мамзель. А, блин, она направо ушла. По мосту сейчас пойдет, скорее всего, да? Нет, не пошел по мосту. Просто назад взял, обманул этих, как мы ведьми на охоте делали, и все. И проскакал туда-обратно. Да не пошел он по мосту, он там. Вот, я же говорил, что он там. Вон он. Ну, кстати, чел, который помашел по мосту, ему на перерез все равно оказался к нему ближе. Потому что дрономамка внезапно завернула в центр. Если бы поехала вдоль края карты, она бы дольше прожила. Я что-то рассчитывал, что она лучше по тактике будет действовать, чтобы прожить, поедет вдоль края. Она приехала в центр. И, видимо, сейчас сдохнет от этого, блин. Либо я сдохну, споткнулся об Союза. Тьфу. Да убили бы сейчас уже ее, ну. Ай. Как в тему иногда выскакивают союзы, прям вообще потрясно. И дрономамку не убили в этот момент, но в итоге, ладно, все равно загнали. И я перевернулся. А могли бы убить, если бы остался. Ну ладно. 1237 очков. Хорошо, это у нас что, второе место. Здорово, красный, как дела? Как я вовремя еще дал по тормозам. А, он тоже с ураганами. Значит, его дела не очень. Он явно сейчас отъедет. Союз, ну давай, блин. И оп. Не прожег его по-нормальному. Он еще и на ролика несущий. Сам не знаю, куда поеду. Любимая хода. Как я сейчас перевернулся-то? Вообще не понял. Ну ладно. Хорошо. Да, ховер, конечно, я понимаю, там... Они расположены довольно близко и все прочее. Насколько летал, ни разу такого не было. А тут просто летел. Упал. Оп. Давай-ка жарить ему пулики. Не болтайся. Не болтайся, говорю. Оп, минус один пулемет. Хорошо. А, блин, этот еще подтаранил, чем бы ты ни был. Ладно, я тебя так буду. Нет, вот так уже не буду. Все, опять перевернулся. Внезапно, я ни на одной карте так много не переворачивался, как вот на этой вдруг началось. Что происходит-то? Сейчас этого хуера все же загоним. Так, минус еще пулемет. Сейчас будет минус последний. Да ёптер-тер. Где у тебя... А, вот ты где. Я даже не увидел сначала, где этот пулемет. Дрон загнали, ладно. Такой совершенно бессмысленный бой. Я тут больше на самом деле с крафтом боролся, чем с врагами. Причем реально, ведь ни в одном бою я так с этим крафтом еще не боролся. А тут что-то началось. Кучки на кучку, блин, прыгаешь, как пьяный сайгак. Здравствуй, Кайдзю. Привет, как дела? Сейчас тебе в кабину, наверное. Хотя нет, давай в оружие. Вот и все. Прожег ему лицо прямо сквозь Кайдзю. Победа. Всего 569 очков. Воу. Привет, бочки. Ладно, я понял. Мы туда пока не едем. Дай-ка, наверное, сейчас вообще попробую немного потыловать. Меня видят? Меня, судя по всему, даже не видят. Хорошо. А, вот сейчас увидели. Там один рядом со мной, кстати, в инвизе прошел. Так, и один прямо за мной едет. Это я заспел запалить. 110, 630 ему нарезал. На самом деле, я резанул по хпшным деталям, так что... Особо ни о чем. Погоди, сзади... А, сзади опять скиллотряд, базара нет. Так, давай выжигать оружие. Тормози, пирожок. Тормози. Десятка. Ушел. Так, ты? А, до свидания. Тут еще ураганщик был, я видел. Так, ураганщик, миниганщик. С
Союз перевернулся. Надо бы вернуться его на колеса поставить. Пойдем. Дэйв, стой, прикрывай меня. Давай, Страус, пошел. Красные внезапно взяли и даже не стали толком тут у нас в драке участвовать. Просто уехали отсюда в сторону. Оп, красиво прожег кабину раскаленную. Сейчас здесь что-то выйдет. Воу-в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 оу, погоди. Живи как хочешь, дорогой. Отлично, все. Прекрасно. Я опять спас этого союза. Так, где еще красные? Хорош. Как это было эпично! И он здесь. А последний враг у врага... Последний крафт у врага с мортирой, судя по этому прилетевшему снаряду. И оп! Как это было криво, да ладно. Тихо! Пипец, как близко. Союзник, ты что, ты все, ты спать? Он фловый, главное, стоит с оружием, со всеми делами, но вообще не чешется. А мортира там... А мортира тут. Мортира не там, тут она. Вот, ты проснулся, солнышко. Доброе утро. 961 очко, и это топ по команде. Ладно, думаю, хватит на этом пока что. Да, герц местами, конечно, бывает такой профитный, что прям вообще капец. Особенно если ты видишь у врага голую кабину там торчащую, особенно если еще она раскалена, там прям все карты сложились, то здорово, да. У тебя есть прибавка на 4 секунды в 30% урона. Но, опять же... Эта прибавка такая периодическая, которая требует, чтобы ты постоянно гонял по карте, чтобы накопить, соответственно, этот перк. Ну и причем существенный минус этого перка в том, что на столько же процентов уменьшается урон по остальным деталям. То есть немножко ты, если там что-то куда-то прессал в сторону, увел, не отконтролил, там не удержал на оружии или на кабине, все. Ты можешь даже попадать по врагу, но ты будешь бить по нему со сниженным уроном. Опять же, Версус тот же Сокол. В два раза меньше по урону, чем у герца, в полтора раза дольше при этом, чем у герца по длительности. И при этом ты можешь бить куда угодно, вообще куда угодно, и плюс ты видишь взрывоопасные модули у врага. Честно, я не вижу пока ни одной причины для себя менять сокола на герца. Даже когда вот на таком оружии, на таком крафте там летаешь, играешь, бреешь оружие там или стараешься там жахать в кабину, все прочее. Ну вот в общей сумме, иногда, да, бывают прям кайфовые ситуации складываются, но в общей сумме, ну, нет такого профита, как от сокола. Опа, здрасте. 311, во, сейчас мы ему сюда. Вот, вот тебе сразу как бы привет, как дела, я поставил сокола. Ха, и все, блин. И у Милика сгорело срака. У Милика сгорело вообще нахрен все. Вот тебе, пожалуйста. Смотри, этому оружие выбил сейчас сразу там аврорку, по-моему. Этому ничего не выбил. Ладно, отходим пока что немножко. Давай вот сюда. Так, свои, не свои. Минус одно оружие. Сразу. Видел сейчас, куда ему бить. Кстати, по нему отработочка сокола идет. Давай, оп. Ничего не выбил. Тихо, назад, 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 назад. Хорош тут какой шланг приехал. Выбил ему еще одно оружие. Ой-ой-ой-ой, ты у нас красивый. Ты какой, блин, я бы еще видел, куда тебе стрелять. Красота. 1500 уже результат. Вот тебе, пожалуйста. Ну, правда, этого мы на флаге забрали, поэтому много с него дали. Соответственно, да ховер, остановись ты, бляха-муха. Ховер передний выбили, все, машина не слишком управляемая становится. Ну, вот как бы вот, вот только взял, только посадил этого напарника, зашел в бой, сдох от вражеского суисайда, но набрал два косаря просто вот так сразу. 1917. Но чел какой-то перепулял, все равно 200 напулял, но, блин, что такое два косаря по сравнению с тем косарем, который был до этого? Не знаю, то ли у меня привычки нет еще к этому герцу. То ли чего, но, правда, складывается ощущение, что вот в общей сумме, в совокупности факторов, нахрен он не нужен, если есть сокол. И все. Всем спасибо за просмотр. До новых встреч.